Нарушитель за рулем Mercedes SLR McLaren Stirling Moss превысил скорость на 3 Point Road. Перехватчик отправлен на помощь. Цель ушла в туннель. Нарушитель въехал на песок и движется к утесам. Включены. Нарушитель использует подавитель. Нарушитель арестован. Доставьте его для допроса. Использование ЭМИ.
разрешено применять шипы. Создаем будущее охраны порядка. Генерируемый электрический разряд в 100 раз мощнее молнии и обладает предельной останавливающей силой. Алгоритмы наведения, разработанные совместно с Минобороны, обеспечивают захват цели на 3/4 быстрее. Подразделением. У нас чрезвычайная ситуация по Canyon Freeway. Столкновение! Всем подразделениям. У нас чрезвычайная ситуация по Canyon Freeway.
Сдаемся! Объект получил талон предупреждения и штраф. Поддержки с воздуха. Новые технологии обнаружения позволяют не терять цель при ее проходе по туннелю. Время в воздухе увеличено для сброса нескольких полос шипами.
Центральная, всем подразделениям запрошено подкрепление на Coral Bay Drive. Всем подразделениям выйти на связь. Чрезвычайная ситуация. Yeah!
Преследую «Шевроле» по Fairview Road. Ждаю. Состояние. Нарушитель действует агрессивно. Мы уже потеряли две патрульные машины. Можете помочь? Запрос принят. Наведение на цель. Выстал. Воздух. Включаюсь. Преследование. Всем машинам разрешаю использование ЭМИ. Повторяю, используйте ЭМИ. Конец связи. Преодолел полосу с шипами. Внимание! Нарушитель использовал ленту с шипами. Шипы не остановили нарушителя. Повторяю, шипы не остановили нарушителя. Продолжайте преследование. Рядом с вами обнаружена полоса с шипами. Соблюдайте крайнюю осторожность.